не все время, все время записывают, я там периодически передаю. А и кто-то их обрабатывает? Ну да. Поэтому в автоматическом режиме все обрабатывается и все. Так а кем? Машинами. У них есть модель, которая позволяет учесть все параметры вождения. Ну там на самом деле там несколько сотен параметров потенциально может быть. Нет, я к тому, что это какая-то огромная база данных получается. Ну да. Ну так это ну, сейчас. Кто ее содержит? Там с точки зрения объемов не так много все. То есть это относится к ГЛОНАССу, к системе, или это какая-то... Ну, это есть компания Aero GLONASS, которая все эти железки сейчас у нас пока только... Ну, то есть обслуживает тревожную кнопку. То, что там добавить функцию записи туда, это не то, что сложно. Если ее там уже нет. GPS-приемник, передатчик стоит во всех. Что они там тоже халяют все эти здесь? Знаете, какой мостик маленький тоже. И причем он уходит в оба берега в туннеле. То есть он из скал начинается. В туннелях с собой. Ну, из того, что я читал, китайцев сейчас самая крутая стройка. Что они строят? Ну, они вплоть до того, что сейчас построили в Тибет поезд, который герметичный. Там свой мост. Тень просто дальше.
Выгоним. Как ты? А то мне надо мое чучоса. Продолжаем 8 километров 400. Надо убрать, слышнее сегодня.